Очередная награда. Бывший генеральный директор и президент Владимира Суздальского музея-заповедника, а ныне советник губернатора Алиса Аксенова, получила еще одно почетное звание. Теперь Алиса Ивановна еще и герой труда. Хранительница музейных тайн, сегодня гость студии 6 канала. И разговариваем с Алисой Аксеновой не только о приятных моментах, но и на актуальные для города проблемные темы. Алиса Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, сначала самое главное о приятном звании Герой труда. Кем инициировано, когда получение, ну и как бы и за что, какая официальная формулировка? Ну, инициировано это губернатором, как обычно. Вот, вручение будет. Было, оказывается, нам мне называли такие цифры. Столько претендентов, только 5 героев за один год. Очень много от культуры. Это для меня вот чисто вот профессиональная гордость, что труд музейщиков, ну, которые считают, что там музей, тишина, там красивая работа, тихая, что он такой же напряженный, как в других профессиях. И вообще жизнь-то у меня не сладкая была. Были такие перекусы, такие перевалы, изменения политического строя, социально-экономического, идеологические требования. То, значит, за церкви убивали, как так, иконы, и атеистических моментов нет при показе Дмитриевского собора. Вот. То, значит, отдавайте церкви, вы там насобирали, прочее. Фельетон страшный, в правде. Это была, конечно, это бессонные ночи. Нерентабельные предки. Выдумала деньги зарабатывать, а деньги зарабатывать, зарплаты нищие, людей надо удерживать. Страшные ревизии были, с учетом, с непременным заданием найти вот нарушения, какие-то там хищения. Все поворачивалось так, что кончается какой-то срок, дают орден. Знаю, Алиса Ивановна, бесконечно можете рассказывать о своей работе. Все-таки приятно, когда родина оценивает заслуги? Или не для наград вы всю себя отдавали музейному делу? Вы знаете, это признание труда вот нашего цеха музейщиков. Когда и где вручение? 1 мая в Георгиевском зале. Ну а теперь о самой главной, наверное, проблеме сегодняшнего дня для города Владимира, о пешеходном центре. Знаю, что дискутируете по этому поводу непосредственно с губернатором Светланой Орловой. Какова на сегодняшний день позиция губернатора и о чем у вас идет с ней речь в этом вопросе? Ну, в частности, я буду просить ее уделить время встрече с нашими архитекторами, вот старыми теми, которые делали проект исторического центра вот на заре. Тогда еще до перестройки, там все продумано, и движение, и остановки, и подсветка, и прочее, прочее. Ну, и архитекторы вот докажут, что ломать вот тот, структуру города, линейную, как она испокон веков задумана, как эта дорога шла, Москва, Нижний Владимир, Нижний Новгород, Сибирь, та вот самая Владимирка. У нас нет объездных путей. Наш город вот именно подперт, что называется, извините, с южной стороны склон, с северной там вот Лыбецкая, вот это. Я знаю, что ваши позиции жесткая и принципиальная по этому вопросу. Жесткая. Вы против того, чтобы пешеходная жесткая, зона была? Жесткая, принципиальная, убедительная. Об этом я с самого начала говорила. Я задавала коварные вопросы. Вот когда было совещание ГАИ, работников и транспортников, я говорю, вот ко мне подошла одна женщина и спрашивает, вот я живу в Верхней Дуброве, вот на вокзал как я буду ездить? Ну вот один товарищ встал, товарищ по старой привычке, и говорит, вы знаете, разница будет 5 минут. Да нельзя людей обманывать. Это вот по прямой вокзал или вот так. Это не может быть. Это, простите, вспомним школьные гипотенузы и два катета, да? Ну вот. Но ведь вот в чем дело-то. Что ведь эта женщина, она костерить-то будет кого? Не этого вот чиновника, который сосчитал как надо. Вот. А губернатора? Почему же тогда вот Светлана Юрьевна изначально как-то была вот за то, чтобы делать пешеходную зону, да, если даже Лыбецкая магистраль, как говорится, не была построена, так пока ее да и нет? Вы знаете, вот какие-то там советники, те какой советник? Советник по вопросам культуры, и при том мне даже часто трудно бывает там и время какое-то выбрать. Вот она была бесконечно в поездках, очень много у нее визитов в Москву. Море дел, губерния – это губерния. Это ли... Вот помните, такая поговорка есть, положение хуже губернаторского.
труднее, оно не случайно. Ну вот. А какие-то советники есть, лукавые, которые вот ведь подходили потом ко мне и говорили: «Ой, Алиса Ивановна, что тут говорите? Конечно, вы правильно говорите». То есть дезинформация какая-то была? Ну, вы знаете, ну кто подсунул идею по «Золотым воротам»? Помните? Ну, вот там повесите и так далее. С закрытыми створками. Ну, конечно, да. Это глупость. Но кто-то это подсунул, а Светлана Юрьевна новый человек в городе. Ну вот. И вот тут, вы знаете, непроверенное, невзвешенное, ну, одним словом, я думаю, что все нормально будет, потому что иначе просто невозможно. Алиса Ивановна, согласитесь, пешеходная зона все-таки Владимиру нужна? А, пожалуйста, Георгиевская. Ну, там, конечно, мощение нормально сделать все. Uh-huh. И вот по той улице, и вы увидите великолепные Заклязьминские дали. Там живет 13 человек. Домишки полуразрушены и так далее. Ну, там кого-то приселить, ну что же делать? Кому-то дать землю, чтобы выстроили соответствующие в стиле. Вот там поселятся художники. Там явно маленькие кафе, в которых захочется посидеть вот на этой веранде, вот любуясь. Это не посередине вот нашей улицы центральной, на асфальте, да? Вот. Это будет великолепная прогулочная. Дальше эта улица ведет холм Спасский, великолепный наш музей «Старый Владимир», можно подняться, обзор, по Козлову валу, по которому мы когда-то гуляли, ну и, наконец, Патриаршие сады. Спасибо большое за интересный диалог и еще раз с праздником. Спасибо. Я напомню, мы беседовали с советником губернатором и героем труда Алисой Аксеновой.